Ребят, я знаете, куда приехал делать вакцину? Вот туда. Если через час не выйду на связь, все, значит, все, что про нее говорили, правда. Ну все, вот уже иду. Вот иду. Мне кажется, сейчас самое время настало попрощаться со всеми близкими. Ребят, если вдруг что, не обижайтесь. Страшно, конечно. Столько всего понаслушался, поначитался. Но я просто больше не хочу болеть. Я один раз переболел, мне его. Короче, ребят, заполнил анкету. Раз, два, и меня уже посадили колоть. Ладно, давайте. Так, это он и есть спутник, это да? Это он и есть, это, конечно. Голова точно не отлетит там, после укола? Точно не отлетит. Напряглись, конечно. Все, держи. Все? Так быстро? Так быстро. Так, держи, сейчас. Уже чувствую, мне плохо. Все, что ли, я вакцинирован? Да, вакцинирован. Сейчас я вам заберу. На следующую вакцинацию через 21 день. Все, укололи. Да, понял, хорошо, спасибо. Да, там же без. Так, просто корню. Я думаю, сейчас мне оркестр тут будет встречать, там, курбан проходить, и там, не знаю, какой-нибудь жонглеры хотя бы. Хотя бы медведь на велосипеде должен был проехать, я вакцину приехал делать. Ну что, все? Теперь меня не вакцинированный может упустить, и я не заболею.